Смотрите, природа, да, деревья и следы человека. Я вообще порой удивляюсь. Вот тут тоже травой засыпали. Смотрите, тоже мусор выкинули. Видите? Доски, трубы, бутылки. Короче, все навалено. Дальше, смотрите, идем. Деревья вот высажены прям. А тут накатана уже дорога. Я вот вообще не понимаю людей. Мне даже порой, знаете, стыдно становится, что я отношусь к людям вроде как. Ну как, к существам разумным. Вот это вот кто делает? Это как будто, не знаю, такие, а, ничего, сейчас засрем эту планету и на другую быстренько улетим и там будем жить. Че тут нам? Это вот вообще, ну как, мусорки же есть, мусорные машины ходят, мусорные баки. Смотрите. Все выкидывают вот. Это где? Это вот только в России такое возможно. Это повсеместно, кругом и везде. Это не надо говорить там в регионах или еще где-то в городах. Нет, точно так же. Только выйди за городом, вот такая вот херня. Охренеть. И всем ведь по барабану. Вот так и будет засираться, видите? Накатали уже сюда дорогу. Будут кидать, кидать и кидать мусор. Пока все не усрут.